Всем привет, с вами канал GameDop, это игрушка Sacred, продолжаю ее проходить. Вот я в прошлом видео остановился вот после этого мужичка, возле этого квеста, беру его квест. Так, куда мне идти? А идти совсем близко, буквально пару метров. Можно и пешком пробежаться без коняки. Так. Полностью бесполезный единорог, который призывается. Он слабо урон наносит и очень быстро дохнет. Правда, он только первого уровня. Возможно, если я его прокачаю, он будет более полезный, более эффективный. Так, охота на медведей. Квест. По квесту. Так, тут и драконы еще есть, не только медведи. И воры еще есть. О, нате. Я покажу тебе, как бить. Какой толстый медведь. Нужно убить 10 медведей. Ничего себе. А, че я кулаками бьюсь, смотрите. Вот я дурачок. Лук. Наверное, случайно нажал кнопку 1. По привычке с линейки. Так, потому что я давненько туда не заходил. Все, убили мою лошадку, блин, долбаные воры и медведи. Не буду призывать ее. Нужно сначала ее прокачать, потом уже призывать. Так, один медведь, второй медведь, третий. Я покажу тебе. Четвертый, пятый, шестой. Шестой. Седьмой. И здесь кончились медведи. В натуре больше здесь медведей нету. Что теперь? Нужно пойти побегать, чтобы они обратно реснулись. Так это ж трата времени. О, тайник. Я здесь пробегал 25 раз и не мог тайник найти этот. Меч дали. Нафиг лучнику меч. Плохой тайник. Так, наверное, туда куда-нибудь в сторону побежим. Там еще должны быть, по идее, медведи. Так, медведи, вы где? Мишка, Мишка, иди ко мне. Я тебе сахарку дам. Они же любят сахар, медведи. Наверное. Так, господи, дети медведи долбаные. Так, кобыляка моя. А то я пешком долго буду их искать. Та-т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 а
здесь. Клацаю, что попало. Так, еще два медведя нужно. Орки, орки, вы меня не интересуетесь сегодня. Квест на орков я уже делал. О, еще мишка. У тебя нет никаких шансов. Так, еще одного нужно медведя убить. Драконы. Маленькие драконы. Так. Налево или направо? Побежим направо. Тайник. Капец, тайники появляются или что? Я думаю, они топор дали. Появляются только в одном определенном месте один раз. Потому что здесь бегал уже. Так, тут что-то нема медведей. Пойдем, наверное, снизу побегаем. Блин, чем мне нос чешется? Еще ж не пятница. Дракончик. Медведи! Орки! Я думал, квест близко. Сейчас по-быстрому пойду, сделаю его. Мне за квест дадут крутую штуку. Все, убили. Так.
Ко мне, верная лошадь. Бежим квест сдавать. За светлых эльфов. Я ж вроде бы светлая эльфийка. Лесной житель. Окей. И дали мне! Кольцо дали! Ого! Вот это кольцо! Вот это кольцо мне дали. Оно броня. 207. То есть 907. 830. Броня вообще отстой полный. Так. Продать. Так, что это за зелье? Малое зелье наставника повышает. Ага, синяя бутылка типа на опыт. Это бутылка для убийства нежити. В принципе, все бутылки нужны. Так. Оружка. Говно продается. Доспехи. Тоже ничего интересного нету. Кольца. Тоже ничего интересного нету. Фуфло одно. Так. Где-то здесь я бегал, еще был квест. Ага, по идее вот здесь. Сюда далековато бежать, кстати. Но у меня лошадка быстрая. Так, кудой лучше. Тут тупик, вот так. Короче, понятно, кудой. Понятно. Так, побежали. Долго бежать. За светлых эльфов. Тупик. Какой тупик? Там дерево, не тупик. Ноги расставил и не может между деревьями проехать. Все, медведи, расслабились. Вы меня уже не интересуете. Так. Мне надо, по идее, на мостик ехать. А, тут нема мостика! А где мостик? Ребята, вы чё? Где мостик? А, вон мостик, я проехал мостик. Вот, тут это же не мостик, это типа такая... Так, блин, опять проехал. Он такой, вот он. Такая типа мелководье. Плохо заметное. На карте вообще почти незаметное. Что? О-о! Там... Ну, слезь ты с коня! Убить да нужно! Тут это... Со звездочками, чувак! У тебя нет никаких... А, так он серый! Одолеть меня! Серый это плохой! О, какой дроп хороший! Если бы я знал, можно было бы не останавливаться! Там такая подстава! Кстати, у меня скоро уровень новый. О, так я почти приехал. Здесь есть квест. Квест. И сундук есть. И квест есть. И мобы желтые для меня есть. Нате, воры проклятые. Подонок. Все. Квест, берем квест. Какой кабан там большой? Им еще быться надо, это бык. Бычище принять. Да помогут мне духи предков. Убил. Это весь квест? Они вот. Это где-то здесь. Тетка идет ко мне. Я чувствую. Все, квест готов. А где я еще квест видел? Я забыл! Блин, провал. Ладно, пойдем по этой тропинке. Вот тут какой-то вот замок видно. Я в том замке не был. Так, а что же мне упало? Кольцо.
36 урона. В принципе. Она, правда, белая. Не хочу я белое колечко ставить. И я... Не получил уровень. Так, что здесь? Здесь тоже могут быть квесты. Тут сундук мой. А, нет, это не мой сундук. Я думал, сундук, который в городе стоит. Типа, общий сундук. Так, в домике можно копеечки. Теперь в этом районе мир. Копеечки пособирать. Немножко деньжат подзаработать. Ну как пособирать? В наглую обворовать. Я ж светлый эльф, лесной житель, а не городской житель. Так что мне горожан можно воровать. Так. Что-то мне подсказывает, здесь ничего интересного нету. Но пробегуся. Потом по тропинке, вот это через воду идет, спущуся. Сейчас садом пробегусь этим. Как он вещит! Какой он... Ой. А, красные! Сборище воров! 25 уровня они. А, здесь просто островок, блин. Ладно. Ничего здесь интересного нету. Идем туда куда-нибудь. Ребенок. Не люблю детей. Дети пристают к лесным жителям. Потому я не люблю детей. Так. Чё я сюда бегу? Вот сделали... Шо это? Это какая-то заначка. В смысле? Это какая-то пасхалка или что это? В чем прикол? Написано. Настоящая дубина. Наверное, я настоящая дубина, что сюда прибежал. Нашел секретный проход в лесу. Может, нужно сюда с дубинкой прийти? И с дубинкой этот нагробник открыть? Что значит? Это настоящая дубина. Какая еще настоящая дубина? Может, нужно... На облом. Короче, какая-то непонятная пасхалка. Конечно, у меня была идея, типа, много раз клацаешь, и там что-то откроется. Уже ничего не открывается. Не открывается. Да. Ну, как теперь отсюда выйти? Реально, секретное какое-то место, секретная тропа. Вот такой, типа, писюн нарисовался. Он показывал писюн. Нужно, кстати, в интернете пойти как-нибудь и погуглить
Пасхалки. Теперь в этом районе мир. Они ж по-любому в этой игре есть. Опа, на за окном дождь пошел. Стоит бешеное жрище за окном. И дождь капает. Так. Ну какой-то мостик. Так, походу нужно коня брать, а то пешком бегаю. На коне будет больше смысла. Так. Кажись, я опять в тупик зашел. Тут что, не могли сделать какой-то проходик маленький где-нибудь? Теперь в этом районе мир. Триндец. Триндец. Смысл вот этого фигни. Так, куда мы пойдем дальше? Куда мы дальше пойдем? Сюда вниз пойдем. Там какой-то мостик я видел. Ну ты, блин, нигде пропихнуться не можешь. Ни кошелек и ни жизнь. Я просто мимо вас пробегу и все. Камень поставил. Вот разработчики. М? Здесь тоже тупик. А не. Здесь не тупик. Кладбище. Меня интересуют квесты, ребята. Квесты, много квестов. Стоять! Еще интересуют элитные мобы. Так, какой-то... Какой-то замок или что это? А чтобы квесты не пропускать, нужно все-все пробежать тщательно. Нужно к торговцу сходить. Отстаньте вы от меня. Вообще обнаглели, в городе бегают воры. В этом замке я еще не был. И в этого торговца я еще не был. Ты должен что-то полезное продавать. Кольцо. Кольцо говно. Так. Все, все белый. Белые шмотки это мусор. Лук. 199. Ой. Я не знаю. Может нужно какую-то торговлю качать. В умениях. Потому что в торговцев одно барахло. Это же точно мой сундук. Да. Так. Чувак стоит с знаком восклицания. По идее, это сдать квест. Я за это возьмусь. Не-не, это убить чувака, ну так нужно. Убили. И что дальше? Что дальше? Нужно сюда его перевести. Ну, пошли. Так уже и быть. Он квест я вижу. Тетя стоит. Квест. Мимо сундуков я не могу пройти. Я не могу пройти мимо сундуков. И вот сундук. И там сундук. Везде сундук. Город, в принципе, не маленький, даже большой. Здесь должно быть много квестов. Так, сейчас, наверное, опять буду с кем-то биться. Ваза.
Эх, разбить бы вазу. Ой, разбил вазу. Так, здесь телепорт есть. Это хорошо. Можно портоваться куда захотим. Что-то пиликает. Так, куда, куда, сюда. Квест готов. Ладно. Изучим. Туда зайдем. Книжная шафа, какой-то свиток. Свиток. Не что это? Да, свиток. Ваза и сундук. Все. Все. Пустой храм. Так, еще квест. Мужайтесь. Квесты все, просто бегаем по городу. Туды-сюды. Здесь, наверное, точно будем с кем-то биться. Что-то я припоминаю. Приветствую вас. Я Вилья, баронесса Маскарельская. Говорите, не бойтесь, Аманши. Я не только двоюродная сестра короля, но и невеста его сына, принца Валора. На самом деле, в королевстве больше не осталось благородных людей. Но мне пора. Государственные дела не ждут. Прощайте, Аманши. Очень милая дама. Простите, Аманши, у меня сейчас нет времени на разговоры. Единственный NPC, который не квестовый, который разговаривает, который озвученный. Походу, мне не надо было в домик заходить. Ну, я зайду. И сундучок есть. Книжная шафа есть. Лук! А нет, это палка. Куда я бегу? Я ж по квесту не поговорил, уже забыл про квест. Бабёнку нужно привести мужичку. А сам ленится пройтись, да? Что за мужик? Пойди мне приведи бабу. Держи. Мог бы и сам сходить. Так. Коня. Нужно просто полностью город весь оббежать, чтобы ничего не пропустить. Ну там квесты, сундуки всякие. Торгашей, кстати, много. Ты квест не даешь. И кроме бочки у тебя дома ничего нету. И то, бочку последнюю поломали. Ну, домик. Здесь сундук есть.
Так. Луки. Отстой, отстой, отстой. Шмотки. Шмотки тоже отстой. Получить нормальную шмотку у торговца, наверное, здесь нереально. Так, квеста вроде бы пока не вижу. Здесь квестов нету. Я вот тут квест видел. Возле рынка где-то. Опа. Квест. Не квест. Волк, откуда ты взялся, блин, тут? Это уже города я вышел. Теперь в этом районе мир. Квесты, вы что, издеваетесь? Только бежал уже. Нашли, нашли. Наконец-то. Разумеется, я с радостью вам помогу. Там здесь ящик один только. Так, куда там идти? Вот сюда идти надо. Ну, поехали, поехали. Сейчас только вот этот кусок черный исследую, чтобы на карте не было пятен черных. Теперь по квесту. Не отступать! Какую-то штуку подняли и везем ее обратно. Я Опа. Покажу тебе, как бить женщин. Элитный, элитный. Ничего полезного. Теперь в этом районе мир. Готово. Так, внимательно в нем. Он что, квест вижу? Отлично, отлично. Скоро, скоро у меня уже новый уровень.
Я с радостью вам помогу. Интересно упало. Ботинки на демона. Такие шипатые какие-то. Так, куда там нужно мне? Садись на коня. Не хочет. Вот сюда. Ладно, пешком уже добегу. Ну, бочка. Так, сейчас будет драка. А теперь я избавлюсь от тебя, предводитель шайки вражеских псов. Всё, всё. Кольчуга, меч. Теперь в этом районе мир. Ищем дальше. Опа-на. Как под заказ. Привет. Я с радостью вам помогу. Куда? Сюда. На коня. На коня. И что здесь? Штук надо, я понял. Я понял. Золотые слитки. Я покажу тебе, как бить женщину. А еще один кто даст? Ты дашь? Да. Обратно? Ну да, как обычно. Теперь в этом районе мир. Раз, два, три, четыре, пять. Пять квестов в одном городе.
Неплохо. Так, сначала к трахашу сходим. Немножко мусора продать нужно. Потом пойдем в замок. Так. Теперь вот сюда пойдем. Там еще подземелье какое-то есть маленькое, по идее оно. Ой, мимо. Пик. Облом. Так, как-то неинтересно, здесь ничего нету. Давайте подвал исследуем. Какой-то сраный опас и попасть не может. Короче, как обычно, все подвалы, туннели всякие. Ничего в их полезного толком нету. То самое, что обычный домик, только побольше чуть-чуть. Так, чего дальше делать? Здесь я побыл везде. О, сюда.
Большая ошибка. Теперь ты умрешь. Они попадают, упали они. Вор! Ты не уйдешь! Так, что здесь? Здесь, по идее, тоже ничего нету, кроме пещеры. И воры первые за мной. Тут две пещеры, да. Большая ошибка. Теперь ты умрешь. Тут куча могил. Не знаю, открывать, не открывать. Рыть. Рыть. Не пустые все какие-то. Бесполезно их открывать было. Забегаем. Синее кольцо. Стой. Хотя бы какие-то квесты в этих подземельях ставили. Ну смысла ж нема, просто зашел, всех перебил и ушел. Какой смысл от этого? Я смысла не вижу. Вот тех я хочу чувака убить. Чё, только один выход. И вот еще один. У тебя нет никаких шансов одолеть меня. И где-то теперь здесь в этом районе уже два. Мир. Две элитки ползают. Вот, вот они. Подонок. С них может что-то полезное упасть. Смотрим. Щиты, арбалеты. Вау, чё это? Ноги. Так, 2826. Лучше. Все равно ни сет не дают. Какие же лучше ноги одеть. И то с этого. Новые одену.
Кольца. А кольца говно. Желтый арбалет. Лучше бы желтый лук был бы. Да! Так, где ты там? Конячка моя. Побольше бы таких элиточек убивать. Так, там еще одна пещера в доме. Все-таки пойду я схожу в нее. А, в доме и в пещере, наверное, будут призраки. Эй, постой! Опа-на. Группа уничтожена. А по какому квесту? Там что-то синее валяется. Что за прикол? Нажимаю, отображается. Выхожу. Нету. Какие-то глюки, баги. Сейчас наверх поднимемся. Есть. Свиток. Ваза и сундук. Да! И здесь куча призраков. Баночку на опыт выпьем. Так, чисто для прикола. Попробуй обогнать мою стрелу. Ящик. Все, как перебили. Скучноватый подвал. Скучноватый. Так. Наверное, все-таки нужно идти на главный квест и пытаться убивать дракона. Я уже даже не понял, где он находится. Тут дракон. А, вот эта пещера, я вспомнил. Я вспомнил, где он находится. Все, идем к телепорту, идем. О, заначка. Меч. Телепорту идем, импортируемся, пойдем к дракону, попытаемся его убить. Я уже, по идее, подкачался. Так, сюда. О, элитный медведь. Я покажу тебе, как бить женщину. Иди сюда, медведь. Жирный какой. Просто кучу побладали. Ладно, идем отсюда. Я ошибся телепортом. Сюда. Нет, не сюда. Куда? Сюда. Нет, не сюда. Сюда. Сюда чё, пешком бежать на дракона надо? Это ж долго. Это очень долго.
Так, куда продаваться? Продаваться сюда. И побегу. Ну, побегу я уже сам. А следующее видео начну с того, как я буду биться с драконом. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пух.